Сегодня в Щелково пройдет велопарад. За моей спиной собралось уже множество народа, готовых принять участие в этом увлекательном мероприятии. Стартуют участники от физкультурно-оздоровительного комплекса на Дальнем Воронке. Общая дистанция составит более 5 километров. Велоспорт занимает ведущие позиции в развитии физической культуры и спорта, и все больше желающих горожан пересаживается на этот оригинальный, быстрый, экологический и экономичный вид транспорта. Но все это и благодаря тому, что в городе организовано пространство для катания на велосипеде. И администрация, в свою очередь, обязуется и в будущем увеличивать такие пространства. Перед стартом на аллее спортивной славы на территории ФОКа был посажен так называемый велокаштан, после чего начался сам заезд. Делегация на двухколесном транспорте проехала через городской парк культуры и отдыха по молодежной набережной и площади Ленина, после чего по парковой улице вернулась туда, где изначально стартовала. Прокатиться на велосипедах в этот день решили не только местные любители этого вида транспорта, но и жители города Фрязино, Королёва, Пушкина и других. Многие пришли семьями, ведь стараться вести здоровый образ жизни нужно с раннего детства. Мы хотим всей семьей поучаствовать. Был в Москве велопробег, мы, к сожалению, пропустили его. Вот теперь у нас 4 года мальчику, 7 лет. Вот хотим с детьми поучаствовать. Интересная акция, первый раз, по-моему, да, у нас в Щелково проходит. Ну, хочется, чтобы не последний, хорошая идея. Мария Буржинская, Александр Аржевский, Валерий Жиглей, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».